Hey guys, мы Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием BioShock. Так, мы остановились на том, что мы, кажется, в Дарых Нептунах, и мы в каком-то баре. Так, на фотике нужно будет патронов понаходить. Так, Макдонак, верхний этаж. А куда мне сейчас бы пойти вообще надо? Сюда. Так, тут я везде был. Ну. Ой-ой-ой. Так, подождите, а что у меня по настройкам управления? Двойка. Так, у тебя там что-то было? Стоп, а где... Блин, нужно здорового папочку, короче, искать, чтобы он... Я думал, что оставил паразитов Москвы позади. Я думал, что покинул марксистов-альтруистов в их колхозах с их пятилетками. А когда эти болваны немцы бросились на меч Гитлера во имя блага Рейха, американцы стали все больше и больше воспринимать большевистский яд, которым их с ложечки кормил Рузвельт, называя новым курсом. Мы думали, что спрячемся тут от света. Так, я понял, настройки управления игры. Короче, у меня все подслетало, когда я пытался последний раз записать игру. Поэтому как-то так. Так, что мне вообще по патронам? Все равно у меня денег. Прости, я сделаю, что скажешь. Сделаю все. Хорошо. Чума на тебя. Мы все... А что, хотя бы фоткаю? Подожди, я тут же... Я двоих слышал. Так, какой-то обман пошел. О, патрон на пекаль бы. Блин, зачем... Вот здесь я мог... Да ладно. Да вот, взять пленку. Так, окей, что нам нужно сейчас с вами сделать? Красавица, каких мало, и я от нее без ума. Верно, Бог меня наказывает за то, что я притащил их с Патриком сюда. Я думал, мы тут заживем по-новому, но надо же быть таким болваном. Ой, ебать! Вызывай. Увеличен урон.
сделать. Не все. Что, уже опять пора? Кто тебя послал? Иди сюда. Послушай меня. Надеюсь, за это буду давать больше атома, если не ошибаюсь. Там я и девчонку, да, фоткаю? Думаешь, тебе это так сойдет? Адам! Этот ангелочек как будто рисует. Интересно, куда мне вообще идти? О, тихо. Это девочка-паук, а не мальчик-паук. Возьмите его на части. Он бомбу кидает. Спасибо. Спасибо. Да не за что. Так, во-первых, где ближайший магазин? Вот здесь, да? Моя Роза, верните. Нет. Так, еще. Верните. Правда, Райан Индустрис следит, чтобы они жили припеваючи, пока выполняют, благодаря которой мы избавлены от бандитов и террористов. Все нужны маленькие сестрички. Готово. Если их исследовать как надо, то одолеть потом совсем не трудно. А ну-ка, покажи нам свои снимки. Так, подожди. Ну, боевой тоник. Крадущийся гаечный ключ. Когда вы сражаетесь с теми, кто быстрее или сильнее вас, нужно использовать любое преимущество. Крадущийся гаечный ключ позволяет вам одолеть любого противника, если ударит
застать его врасплох. Понятно. Так, подождите, магазин. Добро пожаловать на распродажу! Ну, в принципе, хватит. Сейчас я заберу с двух папочек этот кэш. О, подожди. Так, хорошо. А, то есть они потом взрываются? Или что, я что-то как-то не понял нихера. Так, ладно, наверх я уже не поднимусь, как я понимаю. А хотя, нихера, подождите. Блин, вот сюда бы коробку, я бы сюда запрыгнул наверх. Нафиг ты сюда что-то подвинешь? Магазине, я не понимаю, где покупать мне улучшение. Так, здесь я все забрал. Так, окей, ясно. Что, у нас второй дуэли с этой тварью не будет? Поехали. Портовая крыса здорово влипла. У тебя что-то есть для меня и моей команды? Или ты просто так явился? На критику нарываешься? Ну раз уж пришел, так я сейчас кофе сварганю. Стол накрою и все такое. Давай. Прежде чем отправиться на рыбзавод, послушай доброго совета. Старый персик, тот и еще пройдоха. Держи ушки на макушке. Никто в мое логово с пушкой не заходит. Сперва сунь оружие в пневмотрубу, а уж потом я тебя впущу. Если такова цена, то придется платить. Но ведь он уже не сможет отнять твои плазмиды, верно? Ну и то верно. Думаю, лучше пускай будет огонь. Новый инженерный тоник направлений взлом. Еще один фаворит в линейке, гений тоников компании Суперхакер. Направляющий взлом распыляет ловушки в системах безопасности. Полная гарантия, или мы вернем вам деньги. Перезагрузка меньше на введение при взломе. Это как понять? Перегрузка. Имеется в виду механизмы, которые типа сломаты.
пускай пока хранить банки. Прикольно. Типа вообще вот так вот так. Плохая, да, у меня, как я понимаю, сейчас будет вещь. Ну, поехали. Ада, так он дьяволу сказал, что скоро вернется обратно, и дьявол ему в ответ: ну конечно, мистер Фонтейн, я вам придержу тепленькое местечко. Райан обещал, что Фонтейн превратится в прах, а теперь ты делаешь за него грязную работу. То есть Райан вроде как солгал, а ты? Атлас! Он был наш! Наш! Персик тебе... Все ли что? Где там? Где? Я не увидел. Почему мне... Ладно. Это они тебя послали, да? Иди сюда. О, он мне еще лед растопил халявно. Горит он, а урон получаю я. Ничего не лежит, как я смотрю. А тут челиков я вижу, замуровали. Это в Фе. Это сделал Фе. Фортней.
Ну так, на сихи. Так, все, да? На этом немножко челик висит. Отдыхай, так сказать. Мы отвернулись от тебя. Ты узнаешь, что я. Да. Ну, было, знаете, западня. Еще двое. Что за звуки? В смысле, автозломщика уже все. А, найс. Ты что, когда у тебя сумка полная? Заварит. Ну да, тут много секретов. Теперь у меня будет камера на двойке. О, все вернулось нормально. Давайте типа взломщика использую. Куплю патронов. Добро пожаловать на распродажу. Ага. Понял. Понял, принял. Мне бы пули купить. Ой, не. Да, пули на пистолет купить. Остальное то все равно как-то. Хотя они здесь есть, подождите. А как ее отключать? Типа, когда сигнализация уже срабатывает? Ну ладно. В смысле? А чё, где мои все патроны? Короче говоря, за бомбом. Ну хоть. Ладно. Ты не нашла.
понял. Да какое мне дело? Тебе меня не... Я пом... Так, еще этих могу фоткать, да, фруктометчиков? Да, мне бы сейчас пулей закупить, не помешало. Фонтейн закручивает гайки, и даже двое выжимает с нас по 80% прибыли, а иначе грозится сдать нас рай, ну если мы не заплатим. Сукин сын, сами живых. Сохранить. Дары Нептуна сохранить. Ходит и мне говорит, что, пожалуй, пойдет к констеблю. А на другой день Сэмиджи нашли в мешке на дне соленого пруда. Тут у нас выбора нет. Или держаться Фонтейна, или на виселицу. А если начать бузить, то кончим мы как Сэмиджи. Должен же быть какой-то другой способ. Нормально, потратил, получил, как говорится. Поэтому сойдет. Бросить. Фонтейна тыщет тебя. Эй, к черту Фонтейна! Фонтейна никто не может послать к черту. Он сам всех туда посылает. Окей, понятно. Больше мне ничего нет. Туда. Так, подожди. Нам точно сюда? Так, все сестричек и спас. Отлично. Дальше плыть будет легко. А я встречу тебя на месте. Окей. Ну, в принципе, довольно... Ну, засада, блин, только патроны у меня все позабирали. Какого черта они все забрали у меня? Так, логово контрабандистов. Просто понимаете, сколько я фармил, да, вот эти сраные пули, ради чего? Чтобы у меня в конце концов все забрали. Охерена. Ну, подожди, у меня просто не очень громко, да, как я понимаю? По звукам. Так, 8, 7. Я рядом с бухтой су... Нет, слишком громко все равно, подожди. Так. Марин, но не могу в нее попасть. Мне нужна твоя помощь. Моя семья уже совсем близко. В какой-то сотне ярдов. Да, скажите, что вы мне предлагаете сейчас закупиться патронами, которые мне... А подождите, это генетический код. Ха, челик плавает. Минуси. Где мои боеприпасы все? Ладно, хотя бы на большую папочку у меня будут. Тут есть зум на всех оружиях. Но неудобный.
Поэтому я им не пользуюсь. Где полезные вещи? Мы все сюда спустились. Ждали, что станем вроде как звеньями великой цепи. Только цепь самого Райна оказалась из золота, а наша такая с большим железным ядром на лодыжке. Он сейчас в форте веселый, с модными модельками развлекается. А мы тут в этой выгребной яме потрошим рыбу. Фонтейн обещал нам кое-что получше. Он же вроде как один из нас. Ты знаешь, сам себе на хлеб зарабатывал. Он велел к 11 часам подходить на рыбный склад. Я скажу, пьяное состояние, оказывается, есть. С собой. Уж туж, все равно некуда. Батисфера. Нажми на кнопку там, в будке управления, и впусти меня. Думаю, нам пора пожать руки и познакомиться. Батисфера. Ты развлекся, но теперь довольна. Если нажмешь эту кнопку, то узнаешь, как я поступаю со своими врагами. О, бинты. Ни пуль, ни хер. Ладно, пластмины буду использовать. Что-то не перезаряжен. Ладно, давайте, наверное, я думаю, на этом мы с вами закончим, да? На этом моменте. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.